18 акмолинских спасателей отправились в Турцию для оказания помощи в ликвидации последствий землетрясения. Еще вчера первые экипажи спасателей направились на место происшествия. Сегодня, в соответствии с приказом министра ПЧС Юрия Ильина, вылетели дополнительные силы. Они участвуют в выполнении поисково-спасательных работ в городе Газиантеп. В целом в Турцию направлено более 100 казахстанских спасателей. Это второй отряд, который отправился на помощь братской стране. Они вылетели из столицы. Спасатели оснащены всеми необходимыми оборудованиями. На территории все еще наблюдаются толчки. Сейчас ситуация сложная. Стоит отметить, что к спасательным работам направляются опытные специалисты. В состав сводного отряда входят у нас кинологическая служба, спасатели. Также в Корейскую республику у нас направляется одна единица техники, аварийно-спасательное оборудование и медикаменты. Основная задача – это проведение поисковых работ, завал конструкции. Каждый спасатель у нас имеет богатый стаж, профессиональный стаж работы. Вот, неоднократно принимали спасательных операций. Мы надеемся, что личный состав департамента Акмолинской области с чёткостью выполнен. Мы поставим задачи.